Как попасть в похожее к топовому конкуренту в своей сфере на YouTube? У нас была школа видеоблогеров. Ну, есть, была, да. Потом стала школа фриланса. Потом стал клуб 100 по 100. Потом есть канал «Как создать онлайн-школу». Есть канал «Как создать кулинарный канал». Почему? Потому что я реально понимаю, что у меня есть конкурент, который занимается, у него очень сильная мотивационная составляющая. Он очень сильно качает мотивацию. Что я делаю? Я могу попадать к нему в похожие, да, школы, потому что у меня здесь из 100 роликов 5 мотивационных. А на канале «Как перестать стесняться камеры» у меня 50 роликов мотивационных из 50. Скажите мне, пожалуйста, какие ролики на каком канале будут попадать больше конкуренту, который снимает мотивационное видео? Понятно, как это работает. То есть ваш канал должен быть соответствовать тематике и должен быть интересным для зрителей, которые смотрят вашего конкурента. Это очень важный момент, потому что все упускают. Искусственный интеллект – это он подбирает ролики для зрителя, которые наиболее релевантны и наиболее глубоко будут смотреться этим самым зрителем. Самое важное в моем понимании, об этом YouTube не афиширует, это то, насколько хорошо вы можете удерживать зрителя. Ни лайки, ни дизлайки там, ни просмотры, какая вовлеченность. Почему? Все предельно просто. Задача YouTube заработать. А он может заработать, только вставляя свои рекламные объявления в ваше видео. Ну, он этим делится тоже бюджетом с вами. Но задача любой коммерческой организации заработать. YouTube – это коммерческая организация. Поэтому она будет подставлять ваши видео только в случае того, если они подходят к видео конкуренту и их смотрят долго и хорошо. Туда можно вставить рекламу, потому что чем больше он ставит рекламу и чем больше ее посмотрит, тем больше он заработает. Это настолько просто, и всевозможные там типа обмануть алгоритм, там 5-10, там я написал заголовок, там ты уже не работал, уже это работало раньше. Сейчас, чтобы попасть в похожее к топовому конкуренту, надо делать видео на голову выше и с удержанием, чем у него. Как это сделать? Мы уже объясняли и показывали. Я вам просто вкратце расскажу. Берете видео конкурента, смотрите его, читаете комментарии под видео, выписываете вопросы, на которые он в этом видео не ответил. Потом возникают ваши вопросы, которые вы бы осветили в этом видео. Ужимаете все чуть-чуть, да, разбавляете вставками, делаете видео ярче, интереснее, оформляете его хорошо и запускаете. Ждете и развиваете посев. Но тут такая, не надо торопиться. Мы в клубе вам показали в 100 по 100, где, переоптимизировав ролик заново, мы получили с него там плюс 1000 процентов, да, просмотров, плюс 1000 часов процентов там, ну, огромные цифры получились, да, сделав один ролик старый правильно. Поэтому, чтобы попасть в рекомендованные, делайте, чтобы вас YouTube рекомендовал зрителям. Это не зависит от того, хочет конкурент или нет. Это зависит напрямую от искусственного интеллекта. И чем больше вы будете показывать и, самое главное, доказывать то, что вы лучше, то тем больше у вас будет шансов попасть. Но не забывайте об одной прописной истине. Не надо думать, что вы можете обмануть искусственный интеллект YouTube. Я приводил сравнение, что мы в сравнении с ИИ, да, прикиньте, есть там супермощный компьютер, который отправляет космические корабли там сейчас на орбиту и мониторит их, да? А мы холодильник. Вот мы – это холодильник, а YouTube – это супермощный компьютер. Может ли холодильник с его мозгами, там есть там, да, включить двигатель, когда остыло, выключить, когда там, да, обмануть вот ту машину? Звоните, пишите, приходите.
Мы всегда рады новым друзьям.